Опять забегали с рукавами. Чего вы бегаете? Только бегом, шагом не ходите. Боже милостивый, будь мне грешным. Создал я, Господи, помилуй меня. Исчезаясь и грешил, Господи, прости мне грешным, помилуй. И благослови и освети дары Твои, словом истины и молитвы. Аминь. Садитесь. Что за разговор, девочки? Ну, сейчас все выйдете. Хватит. Тарас первого не хочет. А первого никого нет? Нет, Тарас не хочет. Я другого слова не говорю. Степа, ты ешь, давай, ешь. Не сиди. Это принесли соты меда. Не надо было брать крысиного. Не надо было? Не надо, потому что у них своих пчел нету. Так. Это лекарство. Но они возвращаются. Когда пасека у человека, тогда мы можем принимать даже. А это мед лекарство. У них такая семья. Отдать, вернуть назад? А еще могу сказать. А я знаю, что мед это лекарство. Своей пасеки нету. Я садила, что они от себя отрывают, отдают. Да нам зачем такая жертва? Они последние. Мать сейчас принесла, там ватрушек дает, этот принес. Ну вот, значит... Маленько отрежь, маленько там каждому, дай чуть-чуть, остатки верни назад. Хорошо, хорошо. Сейчас мы немножко... Потому что это лекарство. Хорошо, ну давай себе скажу. Геннадий Тихонович, он сказал, пока не разряжать, он говорит, тоже пока не ешьте, я сейчас у папы спрошу, говорит, возможно, вам кто-то передал. Он сейчас позвонит, нам передали? Да, возможно, он говорит, я не знаю, сейчас он позвонит и скажет. Поняла меня? Да, я поняла. Это лекарство. Я поняла. А себя отрывает и нам дает. Он сейчас перезвонит и все выяснит. Давай. Это морс у вас? Кто-то передал? Это квас вроде сейчас стоит. Позвонит или сходит, или морс. Кто выяснит? Земляки. Ой, мой заодно. Виталий Калиников 400 рублей передал детскому домику. Ого. Сколько? 400 рублей. Куда? Детскому домику, на питание детям. На, на молочку сказал? На молочку написал. Прекрасно. Сейчас работает в Москве, не знаю где, но в Москве. Он уехал, никогда не написал, ни в какой пак. Только хорошее пишет. Только хорошее. Хотя его проводили, мы тоже выиграли. Коля, нехорошо заглядывать. Дайте, Тихоныч, булочку к чаю. Булочку к чаю. Володя, а есть бурсочки? Я бы сейчас сделал. Да найду, слышал. Что же повез далеко от тебя? Нарезал. Поискать надо. Что у домой ехать далеко? За что повез? Это Ирина, мужчина принесла. Половинку только я. Мне половинку и нахер не дал. Кому? Ливия. Христа Христа заводи. Вика, ты брала уже? Он за рулем, ему много нельзя. Нельзя переворачивать. Кружки, кружки. Не надо переворачивать. Игнатий Никитович, а дяди Гены Шерстобитова мед? У него пасека, можно раздать? Можно раздать. Конечно, то есть мы забираем и делим детям потом помаленьку, да, по чуть-чуть. А может быть, надо легко. Видите как? Раз у него есть пасека, он дарит нам. И человек, я не знаю даже как назвать, ярыш или не ярыш. Мед-то когда будем раздавать? Сейчас да? Раздать. Сейчас мед. Марина, Марина, мед сейчас раздать. А, сейчас надо разделить, хорошо. Спасись, Христос и Сад. Да. Все передали. Поели, легли на стол вдвоем. Эх, молодцы какие. А Никите все равно, он хороший очень. На любое нарушение идет. Ах. Грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Аминь. 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 Пояснение небольшое дать. Сели мы ужинать сегодня. Иусинов в Исааке пришел с черным ведерком, с таким пластмассовым. Марина и говорит: Исааки принес мед, это сотовый мед. И под стать черному, он, видите, какой черный. Почему? Там пыльца. Я сказал, у Иусиновых не брать. А почему? Потому что у них семья своя, и это лекарство. И лекарство не разбазаривается. Он отдал свое. Мы такую жертву принять не можем. Давид не стал пить воду, говорит, цена крови. Но Исааки, видишь, как умно подошел. Я сейчас позвоню домой и узнаю. Позвонил, оказывается, нам передал пчеловод из Сурывки. Вот. Значит, Геннадий Павлович, у него мать была Ксения Михайловна, а моя мать Мария Егоровна. Они работали на колхозной пасеке вдвоем. У нас было две пасеки в колхозе. На одной работал Эрвих Яков Севастьянович, немец. А здесь, а моей мамы всегда были пчелы. Она с детства с пчелами была. 25 колодок в семье, это свои у нас были. Мы выросли на меду. У нас мед всегда был, и ну как-то так вот мать каждому благословляла на зиму флягу меда. А это вообще, может потому и не болею, я ни одной таблетки не съел. Мед дает человеку бодрость, силу. И вот я хотел сказать о хлебе. Я не знаю, как сейчас это толкуют, но я говорю, как мне помнится, что пчелы собирают пыльцу, можешь поставить, трудно держать, которая потребуется новому расплоду в роддоме весной, когда пыльцы этой нету. И они заранее ее собирают и консервируют. Приносят, с лапок соскабливают. И вот это 6-гранные ячейки, это самое крепкое сооружение. А у нее головка, ну, как-то целлулоидная по-нашему. Она лапками держится и головкой, как пестиком, трамбует. Затрамбовала. А теперь, чтобы не пропало это, она сверху консервирует медом. А чтобы мед не вытек, они сверху замазывают воском. А что такое воск? Воск — это пчелиный пот. Они за лапки берут, машут крылышками, потеют, и он застывает. Это пчела. А пчеле столько написано, и до конца по сегодняшний день не знают. Вот хлебина. Бывает совсем пустая. Мать варила из нее, это называется, медовуха. В голове как будто ничего не меняется, а человек с места встать не может. У него руки уже снимаются. Так много в нем, вот, в этом продукте. И когда мне Исааки созвонился, что это он нам прислал подарок. Он пчеловод, у него в достатке всего. Я у него как-то, ну, года два назад, наверное, он продает 3-литровую банку 1000 рублей. Сейчас она дороже даже. Я у него сразу купил 30 банок. Решил. Тут мне деньгами помогли. Я решил всех бабушек, всех больных. А дарить не мое. Не жалко. Я ему вытаскиваю по 5-ке. А он деньги в дверей не бьют. Он говорит: вы что, то ли сами рисуете. Красенькие такие. 5000. Ну и банки увезли там по бабушкам, по всем. И чтобы банки вернули. А банки такие-то большие. И так почти никто не вернул. Ну вот иногда так, охота побаловать людей-то. Тем более знаю, что лекарства, сна нету бывает. К вечером, ну, конечно, ты что, ни с кем не спорь, а выйди прогуляйся и в теплой воде разведи стакан, ложка, столовая ложка. Все. Полное спокойствие. А если совсем ты не можешь, корень солодки есть. Это благотворно влияет, ну просто не скажешь как. Вот мы сегодня покушали. Ты его можешь глотать, воск. Но он какой проглотил, такой и вышел из тебя. Организм не перерабатывает. Кошка съест иногда, такой же выйдет. Есть только один медоед, у которого воск перерабатывается. Вы знаете, такой медоед? Зверь. Самый страшный в пустыне. Он никого не боится. Ни льва, никого. Он никого не боится. Они говорят, это медведь, другие говорят, лев. Ну просто заведите, медоед. Он никого не боится. И показано, как он залазит. Его пчелы облепят, жарят, а ему даже никакой нужды нету. Он вытащил мед там, поел, пошел дальше. Кобра. Он бросается на кобру, и кобра его жарит прям в лоб. Он укусил ее 2 раза, и на него все, и показывает, он готов, лежит. Но это, говорит, не все. лежит на жаре, разомлел, проходит 3 часа, первые признаки жизни, опять ожил, а кобру-то он укусил, кобру задавил, и начинает кобру доедать. Змею. Медоед. У него, говорит, он когда дерется, шкура у него так подвижна, что шкура на месте, он в ней там разворачивается буквально. Он вообще никого не боится. Там львы напали на 3, или что ли это, и они прям за львами гонятся, и львы от них отступили, с дураками связываются. Подальше. И вот хлебина вот такое свойство имеет. А так как мне тогда говорили, сейчас может новое. Пчела прилетает, делает так. Вот пасека здесь, ну и кто-то уйдет сейчас там, где лагерь, за лагерем еще 0,5 километра, и банку меду поставят. Они найдут. Но что интересно, она прилетела, пчела, и на нее взяли пудры и посыпали. Узнаешь, когда она прилетела и начинает писать 8. Это все зафотографировали. Сама не летит. Она жужжит, 8 выписывает, оказывается, между ними средняя биссектриса точно-точно на банку. И она и говорит, какое расстояние. Пчелы летят, берут всю банку, выберут, банка будет уже у них здесь стоять. И когда попытались механически сделать такие же пчела, чтобы она, механическая пчела, 8 давала, а эти на нее смотрят, это откуда такое чудо-то? Пчелы-то, и никто никуда не летит. Они понимают, что это заводная игрушка. То есть она какие-то звуки издает. И вот в меду, это мед не легкая пища, легкое это молоко. Так вот, земля, которую Бог даровал народу израильскому, текущая молоком и медом. Вот текущая молоком и медом, это Потеряевка. Люба вот рядом живет. Гляжу, говорит, пчела летает. Посмотрим, 2-я, 3-я, что оказывается, ее дома не было, они у нее там нашли щель в дом, под пол, улей там свили. И она принесла колодку, теперь туда переманула, и пчел стала держать. Медом. Ничего не сами прилетели, да прилетят с медом еще. У них бывает иногда болезнь воротос. Маленький клещ нацепляется и убивает их. Ну там есть такая щавельная кислота, разводят, сбрызгивают. А как же дикие? А дикие так говорят, они. Но они не могут клещей выбрать, они там мизерные прямо. Они набирают себе полные банки меду, то есть у них где-то зобик там нагружается, и этим тяжело лететь. И они все вместе срываются, заранее найдут место и летят туда. И от перегрева, который у них дорога идет, клещ не выдержит, туда прилетает чисто, уже ничего нету. Кто их учил этому? От перегрева все. Когда шершень нападает, если один, они с ним расправятся. Они, говорят, пчел 6-8 его обжимают и крылышкой машут. Поднимает температуру, и он заваривается у них, буквально спекает его. Но если шершни нападут своим роем на них, то пасека 50 тысяч, допустим, в течение полчаса все головы оторваны пчелам. Все, заберут. Вот что там находится. Я могу ошибиться кое-что, я давно не считал. Около 2 миллионов цветков должно посетить, чтобы 1 килограмм меда набрать. Какие Наша мама, они из Киржаков, беспоповцы. Священства-то не было. А мы через дядю Степана, отцова брата, приобщились к церкви. Я маме говорила, она держится крепко за свое. А в соседней деревне там одни киржаки, и мы к ним пошли. А мама загадала, это брату Якиму такая колодка, такая, а мне почти никакой нету. Ты сделала, а какой я же не столяр. Ну я крепко сделаю, там на нее машина наедет, не раздавит. Ну грубая. Сделал, поставили ее, мама загадала, если Игнатий прав, то и посадила такая слабенькая семья называется, где матка есть. Проходит какое-то время, у нее расплод. Мать только выкачает, проходит несколько дней, все залито медом. Мать не успевала качать, говорит, первый раз вижу столько меду. И приняла крещение, обратилась, и загадала на пчел. А можно ли это? В Библии неоднократно это указано. Вот шерсть, если будет вся сухая, а вокруг мокрая, Бог благоволит. А потом шерсть мокрая, а вокруг все будет сухо, Гедеон перед битвой он дрожал, идти, не идти. И Бог дважды дал ему знамение. То есть, я не просила знамения, но вот, однако такое бывает. Вот Никита держит, говорит, пчел. Слава Богу, сколько колодок там? 4. 4. Где они стоят? Вот там стоят. Ты к ним ходил ночью хоть? Ну, ходят или днем нужно ходить, или утром, или вечером не ходят. Ну, пока вот такое дело, то нет, то что. Вот, оно покажется сегодняшнее не такое сладкое, как отдельно мед. Видите, какой вкус? Потому что, ну, там еще называют перга. Не знаю, какая там разница. Вот. У нас сегодня Геннадий Павлович угостил, и о нем надо помолиться. Он никак не может уверовать. Хороший человек, не пьет, не курит. В прошлом году расширение вен какое-то. Из-за чего, говорит? Я не пью, не курю. И на пасеке это самый здоровый воздух. На пасеке работать. Ну, однако, вот так. А как мед выкачивает? Она надрезает вверх, потом колодцы ставит, раскручивает центробежная сила, а там рамки стоят вот так вот три, и они вот так вот рамки крутятся, и из них мед вылетает по стенкам и дальше стекает. Медом Россия заливала весь Запад, Европу, масло сливочное, и это молоком и медом текущая земля, здесь все есть, что только душа пожелает. Было бы желание трудиться. Я знаю, что у нас на зиму опускают, а в Америке там так. Осенью всех пчел умершляют. Конечно, даже как-то неприятно делается. А мне это архиепископ рассказал, там был. У них способ, вот сколько тебе надо, сколько они расплод выведут. То есть берут расплод, оставляют, пчелы, где уже ну, матка яйца положила, искусственно выпаривают и дальше уже раздают. Вот у нас пасека 100 пчел, 100 пчел о себе, 150, это большая пасека. А в Америке, говорит, некоторые 2000. 2000 пчел, пчелосемей. И они перевозят. Вот перевозят на какое-то поле гречишное. То договариваются с хозяином, они опыляют гречиху, и у него урожай раза в два больше будет. А этот мед собирает, да кто кому должен? Должен хозяин гречихи. Заранее договариваться. От тебя это не зависело. Ты ничего не теряла, урожай увеличился. А я перевозил пасеку, то другое делал. Ну а сколько собирают? Ну, у нас 30-40 килограмм с пчелосемьи вроде бы нормально. А в Америке, говорит, иногда собирают до 200 килограмм с одной пчелосемьи. То есть разница очень-очень большая. Как это? Я с одним пчеловодом, с американским, переписывался. Он сослался там или как, какие схемы, как делают там. Когда их выше делать, называется магазин. Рамок больше, что было, пчела заходит, потом у нее второй этаж, бывает третий этаж. Вот. Все эти воспоминания дал нам наш бывший житель Потеряевки, Шерстобитов, вот, Геннадий Павлович. Мы за него помолимся. Поблагодарим Бога, что он к нам расположен. Он очень хороший. Какой бы праздник ни был, он приезжает с подарками. Мед всем дарит. Ну, небольшие такие, по полкилограмма контейнеры. Господи, слава Тебе! Благослови этого Геннадия и всех расположенных нам. Слава Тебе за Твое чудное творение пчел. Хвала Тебе! Научи нас удивляться и ценить премудрость Твою. Все само по себе не могло возникнуть. Твоя любящая десница сотворила такое удивительно насекомое пчелу. И продукт ее любят и цари, и простолюдин, и муравей, и медведь. Всем это приятно. Слава Тебе. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спасибо. Мы сейчас собираем своим табором. И с вами поедет дядя Вова.